Космическое пятилетие под таким слоганом в Твери отметили день рождения Тверского регионального отделения Российского движения школьников. В этом году организации исполнилось 5 лет. Итоги деятельности были торжественно подведены на мероприятии, которое прошло в детском технопарке «Кванториум». Никита Васильев продолжит. Пожалуй, о таком дне рождения мечтают все. 12 апреля Тверскому региональному отделению Российского движения школьников исполнилось 5 лет. За это время организация проделала колоссальную работу. За плечами волонтеров и сотрудников Тверского РДШ сотни акций, десятки слетов, многочисленные конкурсы, мероприятия и флешмобы. Сегодня Российское движение школьников – это организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятий детей и подростков. Российское движение школьников сплочает ребят со всего региона и не только региона. Мы дружим городами, мы дружим регионами. У нас поздравления со всей России практически. В Российском движении школьников существуют 4 направления работы. Среди них личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийная работа и военно-патриотическая деятельность. Благодаря этому каждый, вступивший в ряды РДШ, может найти что-то полезное именно для себя. Ребята занимаются съемками фильмов, участвуют в волонтерской деятельности, выступают в творческих конкурсах. Подобная организация, считает министр образования Тверской области Юлия Коваленко, помогает как самим ребятам, так и их родителям, а также педагогам. У Российского движения школьников большое будущее. Патриотическое воспитание, национальный проект, который появился в этом году, даст ему новую силу, придаст ему новых возможностей. Соответственно, мы надеемся, что все больше и больше ребят будут становиться активными участниками. И, соответственно, это вот такая будет организация, которая всем даст возможность развивать свои способности, таланты. На сегодняшний день в состав Тверского регионального отделения Российского движения школьников входит более 8 тысяч человек. В ходе торжественного мероприятия наиболее активные из них были отмечены грамотами и благодарностями.